В Иране девушка была арестована после того, как частично обнажилась в университетском кампусе, как сообщается в знак протеста против строгого дресс-кода. Как заявили в организации Amnesty, Иран», ранее она подверглась физическому преследованию со стороны сотрудников службы безопасности за неправильное ношение хиджаба. Распространившееся в сети X-видео было снято в кампусе Тегеранского исламского университета Азад. Иран потребовала расследовать утверждение о применении насилия к ней, в том числе сексуального. В университете заявили, что сотрудники службы безопасности сдали студентку в полицию и отрицают, что к ней применяла сила, добавив, что девушка страдает от психического расстройства и находилась в состоянии сильного стресса.